Более 50 лет прошло с тех пор, как в одном из домов по улице Лемешко поселилась семья Смолениновых. И сегодня здесь праздник. Отец семейства Михаил Александрович отмечает 90-летний юбилей. По доброй традиции глава муниципалитета приехал в гости к имениннику. Валерий Венцель вручил ему персональное поздравление президента России и, конечно, от себя сказал теплые слова. Вам самое главное здоровье, благополучие, успехов вам, вашим близким, чтобы у вас все хорошо было. Живите долго и счастливо. Спасибо. Добрые пожелания растрогали ветерана до глубины души. Ему захотелось поделиться с гостями своим богатством, воспоминаниями. И в уютной обстановке за чашкой чая потекла беседа. Приехал, видно, Михаил Александрович в далеком 1954 году. Тогда у молодого человека за плечами уже был опыт службы в Кремлевском полку. В органах отработал и в завод на Коксказовом. Коксказовом заводе. Ушел на пенсию. А кем вы работали на заводе? Старший машинист. Турбин. Вспоминая все, что связано с работой, Михаил Александрович молодеет на глазах. Он отдал заводу десятки лет и, по его словам, именно здесь нашел свое призвание. Трудился старший машинист Смолениновых всегда на отлично и шел на работу с радостью. Также с улыбки начинает день Михаил Александрович и сегодня. Вообще ветеран признается, что никогда не унывает. Наверное, в этом и есть секрет долголетия. Очень дружно мы, семья была, и все нам завидовали, и все приходили за советом даже ко мне. Семья – особая гордость юбиляра. Вот на многочисленных черно-белых фотографиях еще совсем юный Михаил Александрович со своей красавицей женой. Вместе они прожили более 50 лет. Сейчас опора для ветерана его сын, внуки, правнучка. Его как бы кредо, чтобы в семье было все хорошо. Этим он сейчас и живет. Он ждет, когда правнучка теперь приедет, внуков. Внуков он водил в школу, даже еще сам, в те времена. Потому что мне тоже было некогда, я работал. А дедушка, в общем-то, занимался больше внуками. Вот. А теперь вот правнучку ждет с нетерпением. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Михаилу Александровичу здоровья. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. «Видное ТВ».